Сегодня у нас 15 июля 2018 года. Это лагерный пруд у нас. Вот мы после богослужения, после завтрака, пришли с ребятишками кататься на лодках. На лодке, вернее. Вот у нас тут огородчик полузаросший стоит. О, какие цветочки, цикория. Вот они. Первые катаются мальчики. Нестор и Тарас, видимо, там сидят в лодке с Владимиром Юрьевичем Галиндухиным. Вот они катаются. Плавают. Ты хоть не погуби их. Не-не-не. Как живут. Слава Боже. Чего там-то, Тимофей? Шарика с собой взяли. Шарика тоже охота гулять ему, да, Шарик? Шарик, умница наша. Его бы еще в воду затащить, но он не пойдет. Упертый. Давайте сразу всех пустим. А Шарика нельзя отпустить, чтобы он поплавал? Его отпускать нельзя. Назад прямиком в деревню. Сам пошел. Он на охоту за лягушками пошел. Бедные березки засохли, вода поднялась, все, не сразу засохли. В воде береза не удерживает. Так, идите, принимайте. Кто там? Полина, иди, принимай лодку. Или кто там? А что вы здесь-то решили выходить-то? Здесь же более грязно, мне кажется, нет? Давайте, отплывем. Я была далеко! А, мы может вернемся. Эй, они срослись в одну целую. Ну, давайте, давайте вот сюда, вот, вот здесь. Вот в эту выемку. Нестор, сюда давай, вот сюда подплывай. Тарас, ты зачем лодку мочишь? Сейчас все остальные будут мочиться, сидеть. Подай! Все, вылазьте оттуда. Ла-ла-ла-ла-ла. О, Тарас, вылазь давай. Идите, Лёва. Лёва и Тимофей. На, Лёва. Они плавать-то умеют? Лёва, да, а Тимофей нет. Я умею! Немножко у берега. Садитесь. Да, так что за ним особый взгляд. Давай весло сюда. А мы сегодня купаться будем? Даст Бог, будем. Да, конечно же. Все, садитесь. Будем. Снимайте. Я садитесь. Снимайте. Я снял все. Ты так. Садишься посередине. Я снял. Я? Ты, Тимофей. Раз садись, садись, Тимофей. Вот сюда, на борт. На борт, вот сюда. На борт. Поближе надо. Это. Не-не, не надо, я не про это имел в виду. Я имею в виду Тимофея поближе. Давай. Садись. Все, Господи, благослови вас. А теперь. Да. А. Ну что, помнишь? Хочу купаться сейчас. Ну съезди, съезди. Хочу купаться сейчас. Ну, следующая пара поплыла. Я их посажу в банку с водой, буду жить они там. Я буду их кормить. Чем? Леонида, тут лягушка. Какая? Маленькая. Где? Вот она. Давай мы следующие. О, какая она милая. Она на иле сидит. На ряске, может быть. Ряск. И прямо на мои носки. О, моя. Тут еще одна. А, нет. Может, это еще? Да. О.
Надо ее помыть. Вот ты, ты ее утопишь, а не помоешь. Ой, это что? Ой, это слизь. Ой, зачем я это потрогала? Шарик, хочешь лягушечку посмотреть? Эй, сегодня нет поста. Ой, сегодня нет поста, можно жарить или нет? А можно ему покушать? Лягушка, большая-большая. Где? Поймала. Смотри, какая она мягкая. Она шевелится у меня в руке. Ну-ка, подождите, ваши лягушки. Они сейчас разбегутся. Стоп, машина. Где она? Вот она, вот она. Шарик, ты куда? Не, ну может пока. Все. Она сейчас перекрестит, скажет, слава богу, убежала. Вот и православные люди. Ничего. Повезло мне. Мы собираем лягушек на следующей неделе, будем на костре жарить. Какой костер? Я вам дам костер. Устроили. О, нашли, что делать, а? Слава богу. Продолжаем кататься на лодках. Вот. Владимир Юрьевич катает также вот Агнию с Полиной. Аполлинарии. Они поплавали, сейчас подплывают к берегу. Сейчас пойдут следующие. Ливия, Леонида, подходите. Садитесь, девочки, ну садитесь. Чё, долго? Где ракушки? Где ракушки? Леонида, давайте я буду. Леонида, попробуй. Давайте туда. Да, всё, давай. Да, отправим. Ещё одну платье. Далёкие плавания. Полный вперед! Вот. Нестор с Россией ягоды собирает, ходят. Нестор уже угостил меня сейчас. Тараси, зачем ты бросаешь? Бросать ничего не надо, отпускайте, та же, аккуратно ее. Она же погибает от этого, от вашего всплеска.